Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, вы смотрите «Самарские новости спорта». В рамках 20-го тура чемпионата России по футболу в гости к «Крыльям Советов» приехал клуб «Ростов». Для гостей встреча стала четвертой за последние две недели. В Самару ростовчане приехали после тяжелой еврокубковой игры с «Манчестер Юнайтед». Перед этим матчем мы два дня назад сыграли игру, преодолели большое расстояние. Ребята были недостаточно в восстановленном состоянии и, тем не менее, проявили очень большой характер и на протяжении всего матча. Матч из-за качества поля, который все же допустили к играм чемпионата, получился вязким и медленным. Команды мало комбинировали и предпочитали забрасывать мяч к нападающим. Самый опасный момент у «Крыльев» был на 42-й минуте. После удара Таранова со штрафного мяч угодил в перекладину. У нас есть игроки сильные, я думаю, все еще впереди. И это очко, которое мы сегодня заработали, все-таки даст положительный какой-то толчок вперед, и мы будем уже побеждать. Ну а в концовке игроки Ростова упустили несколько стопроцентных моментов все же забить гол в матче. Но сначала Дмитрий Полос простил нашу команду, не сумев воспользоваться ошибкой волжан из-за коварства поля. А затем геройствовал вратарь «Крыльев» Георгий Лория. Итог – нулевая ничья. Самый главный итог – это то, что мы завоевали очко. И с учетом того, еще раз повторюсь, что в конце Ростов все-таки был ближе к победе за счет того, что мы допускали ошибки на своей половине поля. После ничьи «Крылья» с 16 очками занимают 14 место. Следующую встречу с одним из лидеров в столичном ЦСКА волжане проведут после перерыва на матче сборных 2 апреля в Москве. Первое место в чемпионате пока удерживает московский «Спартак». Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи!